Приветствую вас, мои дорогие зрители, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю ленивые голубцы из пекинской капусты. Такие голубцы получаются особенно вкусными и нежными, так как пекинская капуста мягче белокочанной. Мягкую часть капусты отрезаю от твердой. Мягкую часть мелко нарезаю. Твердую часть нарезаю соломкой. Одну луковицу мелко покрошу. К фаршу добавляю капусту, одну чайную ложку соли, черный перец по вкусу и приправу. Нарезанный лук, одно яйцо и отваренный до полуготовности рис. Перемешиваю. Из получившейся массы леплю голубцы. Каждый голубец слегка обваливаю в муке. На противень, смазанный растительным маслом, выкладываю голубцы и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут, чтобы голубцы схватились. Лук мелко нарезаю. Морковь натираю на крупной терке. На сковородочке на растительном масле сначала обжариваю немножко лук. Потом добавляю морковь и еще немножко обжариваю вместе с луком. Добавляю нарезанную твердую часть пекинской капусты и еще обжариваю вместе с другими овощами. Когда овощи поджарились, добавляю соль, черный перец по вкусу и приправу. Одну ложку томатной пасты, две ложки сметаны и перемешиваю. Добавляю горячей воды. Пару зубчиков чеснока. И тушу под крышкой на медленном огне примерно 10 минут. Голубцы я достала из духовки, они уже схватились, и выливаю подлив. И снова отправляю в духовку на 180 градусов на 40 минут. Голубцы готовы. Их можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или с гарниром. Простое, но в то же время вкусное блюдо. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.